всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, King on Fire, енотка, как всегда, отличное настроение, пацаны, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет, а про меня забыли. Карта у нас зона 51, я буду бабка Грэнни, может еще и по ходу каких-то буду других брать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а пацаны должны запрятаться. И, кстати, можете тоже меня мочить. Но у меня есть большой плюс, я могу бить на расстоянии, а пацаны могут бить только в притирку. Все, я выдвигаюсь, бабка Грэнни идет с битой в руках. Не сбитый, а избитый. Зря ты ходишь, я тебя сейчас замочу, если так будешь рядом ходить возле меня. Да. Прошел мимо. Я просто проверяю, знаю, что вы могли зашкериться даже тут. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение и снять классный ролик. Первый пошел. Отлично, мне понравилось. Вы уже не такие, как раньше, мощные. Эй! А почему я не мог тебя убить, бабка этой вонючей? Извини. О, у меня 100 хп, вообще есть 100 хп. Не понял. Отлично. Я побежал, пацаны. Да блин, да это же что у нас, война? Дайте я тогда улечу, чтобы вас по очереди мочить. Потому что вы когда толпой, я не могу вас выиграть. А вот теперь давайте, кто ко мне? Это что, один аппарат, не знаю, он делает мне. Откуда ты взялся? Из комнаты. Ты такой резкий. Я уже их боюсь. Помехи остались. Так, открываем двери. Давайте, пацаны, я вас жду, где статуя 173. Да не, не. А, я знаю, где. Давай. Блин, я думал, ты зайдешь. Ха-ха-ха, ты не зашел. Вот там еще один. Эй, иди сюда. Секунд. Я тебя сейчас убью, если так будешь рядом. Я побежал, ладно. Кадима, хорошо пообщались. Я ж тебе говорю, я замочу тебя. А это уже друг. Я же, видишь, я псих. Отлично. А откуда у меня вопрос? Оттуда. Сдалека. Слышь, двери закрой, это моя хата. Я тут живу. Отвали. Открываю, бабушка. Слышь, ты меня можешь через двери забанить, ударить. Двери закрыл. Убила меня. Хорошо, давайте я возьму другого монстра, который вам должен понравиться. Мне не нужно. Не, тебе можно. Сейчас я покажу, кто у меня есть. О, не-не-не, привет, сосед, он какой-то просто мега-гигантский. Какой-то странный. Все. Я вижу монстра. Я вижу монстра. Он хочет меня убить. Ты зачем? Двери открывай. Блин, я же как калека на тебя целился и ну не попал. Я тебя видел. Видно, да, меня? Да, твой ник было видно. Понял. А мне кажется, ты должен со мной ходить, а за тобой... Так я ж понимаю, что видите, все наоборот. Вот сюда так ролики. Начинаем с одним, заканчиваем другим. Это у нас ПВП, я думал, я вас буду искать, но видите, получается все наоборот. Кто-то слышал. Это так. Слышь, паук, отвали! Я всех замочил. Я псих. Так, я вообще полечу на другую часть карты, чтобы вы меня долго искали. Все, я улетел. Давайте, я ближе к выходу улетел. Буду вас засаду делать. О, подождите, а где тут есть проход, где электрические ворота? Вот он, где-то тут. Да блин, ну почему я... У меня какой-то конченый аниматроник. Как делать это?
Давай, кто ко мне приблизится, того я убью. Отвали! Я сам мощный, самый аниматроник. Меня убил, значит, можем брать и будет. Эй, слышь, псих! Я слышу, они бегают. Вот да так. Почему тебя с одного раза дамажит? Он независимо сколько у меня жизни, что ли? Да. У него получается ваншотный удар. Да. Щенок. Вот. Еще один щенок. Здорово. Да блин, я не успел нажать выстрел. Блин, прикольно, прикольно. Ищем Димаса. Что? А что ты слышал? Я слышал это. У меня какой-то он базарный. Ну где вы? А где ты? Я вас жду. Я сожрал тебя. Прикольно. Вот теперь я реально мощный. Я могу вот так засаду просто стоять и всех жрать. Кто ко мне? Проблем. Я настрял в двери. Я же хищный. Я очень хищный. Так, давайте сделаем прикольно, чтобы я рядышком был. Так. Я вижу, там кто-то ходит. Вы чё жрёте друг друга? Не надо этого делать. А теперь, бульбазавр, доставай меня. Я за тебя в текстуру. Я тебе помогу, я помогу тебе. Что случилось? Спасибо, меня убили. Ну я ж тебя съел, чтоб ты смог вылезти. Да. Ну ладно. Тогда пускай. Закрой двери, это мой дом. Я аниматроника сожрал. Здорово, Димас. Димас, какой ты умный. Ну это все, ты меня разозлил очень сильно. Да, да. А что-то они в одни двери не помещают. Ты жирный. Некоторые помещаются, некоторые нет. А я не могу вселиться в аниматроника? Да. Ой, блин. Не могу, кстати, в пилпак не могу вселиться. А почему так? Кстати, мы никогда не проверяли это. Давайте проверю сейчас, а ну стойте. Реальный эксперимент сделаем. Очень интересно. Так, я взял. А вот пилпак у нас. Он еще раз. И меня послал. А, это Дим, это что меня убило? А вы что думали, это ваш? Что-то странно, двери, да, работают? Я испугался, будь бы прости. Это был стресс. Да почему я в тебя целил? У тебя жизни много, да? У тебя бессмертие было, алло. Я 10 тысяч, ты меня убил. У меня 0 показывает жизней. А, это бульбазавр уже другого взял. Ты читер. Так нельзя делать, только я могу читерить сильно. А что за собака тут летает? Так, я, короче, знаете что, я сейчас взорву эту зону 51 очень мощным взрывом. Ну я понял, убил, красава. Хорошо, я тогда улечу далеко, пока вы меня найдете, я успею заложить ее. Вот я вот тут, и вот это место мне очень нравится на карте. Вот прям здесь. Я думаю, будет четко. Так, короче, ребята, сейчас мы взрываем бомбу под этим кубом. Посмотрим, что с ним будет. Бомба будет не мощная. Довольно-таки слабая. А, ты у 106-го, я понял, где... Да? Так, что с кубом? Смотрим. Ничего. Нифига, потому что эта бомба, она, скорее всего, не на взрыв, а на того, чтобы горизмат залагал. И вылетел на рабочий стол. Ха-ха-ха! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Это сейчас.